Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Кировчан решили спросить, нужны ли в городе ларьки. Опрос проводит городская администрация. Горожанам предлагается 11 вопросов, чтобы узнать, насколько востребованы нестационарные торговые объекты, есть ли замечания к их внешнему виду. Анкета анонимная, ссылку на нее можно найти на сайте мэрии и на нашем сайте echokirova.ru в разделе «Новости». Ответить нужно до 10 июля. Чиновники также решили поинтересоваться мнением бизнеса по поводу мер господдержки. Эффективны ли они и чем можно еще помочь предпринимателям, об этом тоже можно рассказать, пройдя по ссылке на нашем сайте. Программа «Экономика». В Кировской области предлагают создать региональную подарочную корзину. Это идея предпринимателей, занимающихся народными художественными промыслами. В корзину должны войти изделия всех предприятий области, работающих в сфере промыслов и ремесел. Их представители считают, что сейчас из-за плохого продвижения кировчане даже не представляют, какие продукты производят фабрики этой сферы. Не знают, что это востребованные современные продукты, не только сувениры. Предложения они собираются направить в общественную палату и в правительство региона. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Балтийский лизинг нарастил продажи КАМАЗов в полтора раза. По итогам пяти месяцев 2021 года клиенты ООО «Балтийский лизинг» приобрели на 53% больше КАМАЗов, чем за аналогичный период прошлого года. Автомобили и техника этой марки всегда будут востребованы, поскольку при реализации крупных строительных проектов в работе коммунальных компаний в любом городе, в обустройстве промышленных объектов эти машины незаменимы, говорит начальник отдела по работе с поставщиками и партнерами ООО «Балтийский лизинг» Кирилл Звягин. Рост интереса к бренду подтверждают данные агентства «Автостат». В мае этого года КАМАЗ увеличил производство на 10%, а за 5 месяцев 2021 года объем производства вырос на 27% по отношению к аналогичному периоду 2020. Клиенты «Балтийского лизинга» могут приобретать КАМАЗы на выгодных условиях. Для сделки достаточно внести аванс и предоставить минимальный пакет документов. Дополнительно можно оформить карту помощи на дорогах «Грузовая». Это электронный сертификат на необходимую техническую помощь в случае непредвиденных ситуаций, а также юридические консультации в режиме 24/7. Экономика. В завершение о курсах валют. Доллар сегодня 71 рубль 83 копейки, евро 87 рублей 21 копейка. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.